Ну, давайте обсудим, что же сегодня вы будете делать. Ну, давайте определимся. Вот, смотрите. Прежде, вот, вам сказали, да, продумайте веб-приложение. Вот, с чего вы начнете? То есть надо понять, помните, когда-то на фундаменталсе мы с вами говорили жизненный цикл приложения. Всегда первый этап — это анализ. Вы должны подумать, а чего вы вообще хотите написать? Что вы планируете получить на выходе? Вы должны придумать себе, ну, если вам говорят вот так абстрактно, да, то есть не каждый заказчик даст вам готовое ТЗ. Ну, скажем так, я бы даже сказал бы, что в 50% больше, чем в 50% случаев, заказчик не знает до конца, чего он хочет. Он хочет, он понимает, я хочу систему, причем обычно народ не очень понимает, ну, как бы, есть бизнес, да, а есть техника. И бизнес часто не понимает, что некоторые вещи очень тяжело реализовать. Вот. И что некоторые вещи, если и реализовывать, стоит очень дорого. И когда человек говорит, я хочу, чтобы вот я зашел, а у меня там камера включилась, на человека посмотрела, его узнала, сказала привет там и понеслось там. Вплоть до того, что, а если он грустный, ему спросила, что грустишь? И такое, знаешь, ты говоришь, да, можно 2 миллиона долларов. Он, нихера себе, вы шо? Не, ну два, не, ну давайте без камеры, да? А если там, чтобы палец куда-то приложить, а он узнал, что это там? Ну и вот начинается там, иногда у человека там, он фантастики насмотрится, и там полет фантазии, я вот хочу, чтобы прямо... А можно так, чтобы как Facebook было? Ну или там... Сеть как... Не, ну чё, я хочу свою социальную сеть, у меня бюджет 50 тысяч долларов, чувак. Вот. Ну так, чтобы... Ну, так, не Facebook, но похоже. Чувак, ну какие... Ты о чем? Люди миллиард, наверное, вложили, а ты хочешь то же самое. Ну, ну, то есть, вот такие как бы. Поэтому тут обычно человек приходит, говорит, у меня есть конкуренты. Вот они, у них есть, а у меня нету. У них, у него, он говорит, вот у меня есть там 5 основных конкурентов, или 2, или 3, у них есть сайты, или у них есть мобильные приложения, а у меня нету. А мои клиенты к ним переходят, а я тоже хочу, но лучше, чем у них. Вот. Самое хорошее, ну, более-менее нормальный вариант, если он говорит, вот мои конкуренты, минусы такие, плюсы такие, хочу, чтобы вот так, как у них, а вот так, как у них, не хочу. Ну, это хоть что-то понятно. Вот, это какая-то хоть конкретика есть. Просьба. Да. То есть, если человек приходит и говорит, ну вот я вот хочу интернет-магазин, ну, ну такой классный, чтобы было, чтобы там вот все красиво двигалось, бегало, вот так вот руками делает, и вообще непонятно, что он хочет. Поэтому тут ему тогда можно сказать, посмотри, какие есть, найди плюсы и минусы, и хотя бы в каком направлении двигаться. Человек смотрит, анализирует конкурентов своих и говорит, это нравится, это не нравится, и ему начинают под его вот эти штуки писать ТЗ сами разработчики. Ну, часто так бывает. То есть человек сам ТЗ не может написать. Описывают ему, как это будет выглядеть, там рисуют те же макапы. Он смотрит, да, мне это устраивает, рисует макапы, описывает функциональную структурную схему вот этого, что у него получится. Он говорит, да, нет, это все дело обсуждается. Когда приходят к согласию, берут дизайнера, дизайнер рисует дизайн на эти макапы. Было красивенько. После того, как дизайнер, ну, опять же, смотря, что там за архитектура под капотом,
после того, как дизайнер нарисовал дизайн, ему посмотрели, он сказал «да». Почему еще в дизайне важно? Он на макапах может сказать «да», ему дизайнер нарисует, он говорит «ой, мне, вот тут мне теперь не нравится». То есть ему схематично нравилось, картинка не нравится. И он начинает менять логику. Если вы в это время уже половину закодили, то начинаются вот какие-то такие неприятные моменты, а кто за это будет платить? Он говорит, а я так не хочу, а вы говорите, а мы уже сделали. Когда это все уже более-менее устраивалось, подписывается, делается анализ, сколько часов на это уйдет, говорится рейд за час, вот получается цена реализации. Все устраивает, подписали, не устраивают, начинают выкусывать функционал. Он говорит, не, это дорого, ну давайте тогда это выкинем, будет вот так. Ну давайте, то есть компромисс. После того, как подписали, сделали, он смотрит, говорит, не то, мы смотрим в дизайне, ну мы смотрим в ТЗ. В ТЗ нет, говорим, сори, друг. ТЗ нет, подписывал, дальше за деньги. Если в ТЗ есть, в приложении нету, значит за наш счет. То есть, ну вот как бы нормальные такие взаимоотношения, не всегда, правда, получаются. То есть, что вы должны делать? Вы должны как бы для себя понять идею, потом сделать как бы структурную схему, что ли, вашего сайта. И продумать бизнес-процесс. То есть человек загружает ваше приложение. Что он видит? Куда он может кликнуть? Куда он перейдет? Что он увидит там? То есть вы должны как бы такую структурную схему вашего приложения сделать. Можно пока даже без кнопочек. То есть вы думаете, так, страничка. На этой страничке будет. Вот это. Окей. Там будут кнопочки. Какие? Вот такие. Если он кликнет, ссылочки. Если он кликнет, куда он подойдет? То есть вы должны... Как это правильно называется? Забыл. Продумать вот поведенческую диаграмму, я бы так сказал, вашего клиента. То есть какие у него могут быть... есть такой понятие user key, user story, по-моему. То есть что он может делать? То есть сценарий развития событий, поведение пользователя, поведение администратора. Когда вы полностью пройдете вот от захода на сайт до покупки билета, от захода на сайт до получения контактов, ну то есть все продумаете все возможные варианты поведения пользователя, у вас сложится картинка, то есть какие у вас будут странички. Что эти странички будут показывать? Как там будет это все организовано? Ну, как организовано будет, в принципе, не важно. Главное, чтобы вы понимали. У меня будет 10 ссылок, 5 кнопок. Все. 3 картинки. Дальше дизайнерские вопросы. Как это сделать красиво, чтобы вот эти 3 картинки как-то разместить, кнопки как-то, чтобы оно там шевелилось, дергалось и танцевало. Вот. А вам главное функционально продумать вот эту будущую вашу штуку. Потом... После того, как вы продумали вот функционально, вы должны определиться, с какими объектами ваша штучка будет оперировать. То есть, если открылась страничка, что там видит пользователь? Пользователь, например, на ней видит список фильмов. Следовательно, у вас где-то должен быть лист объектов типа фильм, который спроецируется на экран. Ну как, у вас... Вы, например, открывается страничка. Страничка шлет запрос на бэкэнд, на сервер. Сервер получает запрос. Запрос можно отправлять по ресту, либо самими джавовскими. То есть у Java есть средства реализовать и вьюшную часть, и контроллерскую, и модель. То есть можно все сделать на Java. Есть такое понятие модель View Controller. То есть все это можно сделать на Java. Model View Controller. Схему. Можно сделать на REST. Ну, в принципе, идея та же. Или человек кнопочку нажал, дернулся. Там какой-то ваш контроллер по запросу, или бы вам REST запрос пришел, тоже с определенным запросом. Ну, в принципе, разница небольшая. Пока у вас одно и то же. Вам нужен лист фильмов.
то есть у вас с вашей вьюшной части просят список фильмов. Этот список фильмов потом будет преобразован там в HTML картиночка, либо он будет преобразован в JSON и отправится, его этот JSON уже будет там показывать какой-то JavaScript. Вот, неважно, то есть на данном этапе неважно, главное, чтобы вы понимали, вот на этой страничке нужен лист фильмов, на этой страничке нужен лист юзеров, здесь нужен юзер, здесь нужны роли, здесь, и когда вы поймете все, чем будет оперировать ваш фронтенд, вы поймете, какие у вас должны быть объекты, как эти объекты между собой должны быть связаны, то есть вы продумаете модель данных. И когда у вас будет модель данных, вы под эту модель данных сможете сделать базу данных. В этой базе данных эту модель хранить. То есть сначала вы продумаете интерфейс пользовательский, потом вы продумаете данные, потом вы под эти данные продумаете вашу in-memory DB. То есть, грубо говоря, мы сейчас делаем базу данных в оперативке. Стартануло приложение, база данных либо предопределенная, то вы ее просто взяли эти ваши объекты понабивали при старте и все. Либо же она пустая. Ну, это удобно для тестов. Да, вы тестируете функционал веб-интерфейса и пока базу данных реальную не делаете. Потом вы сделаете реальную базу данных и между ними можно будет просто переключаться. Помните, мы с вами property файлы учили или нет? Ну, выучим property файлы, через property файлы можно переключаться между базами данных. Вот такая вот идея. То есть вы должны определиться с интерфейсом, вы должны определиться с какие классы у вас будут. Под эти классы вы должны будете создать хранилища, в которых вы будете их хранить. И у вас будут CRUD операции, который будет доставать эти данные. CRUD, знаете, что такое? Create, read, update, delete. Да. Вперед. По ходу пьесы будут возникать вопросы, будем с ними разбираться. Есть сейчас вопрос? Ой. А, я сейчас подойду, посмотрю. А? Окей, тогда вы начинаете, а я пошел смотреть, кто там что дома напридумывал.